Друзья, всем привет! Что у нас сегодня? 26 марта 2022 года. Давно не было роликов на канале. В общем-то, причин может быть этому масса, но одна из основных причин — это вот то, что я был занят. Как многие мои зрители, кто смотрит, подписчики, друзья, заходят на мой канал смотреть видео, наверное, знали, что я с Нового года решил сделать трехточную навеску для своего мини-трактора из мотоблока. Вот. И, собственно говоря, сегодня я наконец-то ее завершил. Ну, навеску я завершил давно, делаю только ее по выходным, как бы саму навеску. Вот сегодня установил лебедку для подъема навески и установил, ну, собственно говоря, все. Значит, также установил я вот генератор, как я говорил несколькими видео раньше. Вот такой вот генератор МТЗовский поставлен у меня сейчас для того, чтобы получать заряд аккумулятора был стабильный и чтобы лебедка могла работать, ну, так сказать, бесперебойно. В общем-то, изначально она у меня стояла вот здесь, вот стоит отверстие под нее, то есть я под лопату делал. Но вот это вот крепление, которое я делал из трака DT-75, в общем-то, вот тут я пытался наваривать. Это под лопату я делал такое вот крепление, может быть, типа навески, но она не зашла, скажем так. Здесь я один я отломил, потому что был не провар. В общем-то, делалось все на скорую руку и, как следствие, ну, сами видите, да? Дальше, значит, впоследствии я отказался, просто как догруз она у меня работает. Ну и было желание все-таки, вот сейчас в первую очередь лопата. Почему лопата? Ну, в принципе, для лопаты хватает и вот этого рычага, я его поднял, только не сейчас я переделал его. Вот, ну сейчас подробно все. Но в планах у меня как бы использовать данный мини-трактор полностью на сенокосе, чтобы не задействовать 2 единицы техники, то есть твой тяжелый дизельный мотоблок не трогать, а работать только вот на данном тракторе. То есть впереди будет стоять косилка стандартно, вот она в этих же креплениях, что и было ранее, будет ставиться. Единственное, что рычаг сейчас пока будет переделываться здесь, но это будет уже поближе, там, когда будет на улице тепло, растает снег, вытает кое-какое железо, и тогда уже можно будет продолжить ремонт дальше. Вот, а сзади хочется все-таки мне грабли, ворошилки, солнышко на 4 колеса. Я думаю, сейчас после тех доработок, которые сделаны с этим мини-трактором, он вполне себе может тащить и грабли, солнышко. Думаю, проблем с этим быть не должно. В общем-то, и, собственно говоря, из-за этого все и делалось. Так, в принципе, она мне особо-то и не нужна, может быть, была эта навесочка. Просто уж раз мини-трактор, хотелось здесь, чтобы все было как по-настоящему, что называется. Тем более, я вижу многие друзья, кто у меня, ну, так скажем, в сообществе ютубовском есть, уже давно такие навесочки сделали. Думаю, ну, а что ж мне тоже не сделать-то? Вот, собственно говоря, значит, они все сделаны. Здесь стандартная стоит у меня скоба под мотоблочную навеску. Все будет подходить изначально мотоблочно. Единственное, что вот этот вот крюк и угольник сделан именно под граблю. То есть здесь будет ставиться цепь. Пока это временно все. То есть здесь будет делаться такая петля какая-то, которая будет, ну, через такелажную скобу, то есть подъем будет. Ну вот, собственно говоря, из чего делалась навеска. Вообще навеска делалась... Задул ветер. Тепла нет у нас, ребят, пока. Вот, ну, прям вообще вот еще пока снега лежат, стоят у нас. Если лежат, наверное, да, не стоят. Но вот тепла пока нет. Вот позавчера было, сегодня у нас суббота, в четверг было более-менее, а вот 2 дня уже стоит. Сегодня минус 20 было. Ладно, не об этом сейчас, друзья мои, товарищи, речь. Значит, что было взято? Значит, все делалось из уголка. Десятки, наверное, был уголок взят. То есть полностью был десятка. Вот здесь он сварен из двух, ну, взято две пластины, сварено. Это же самое тоже сварено все из десятки. И вот он сам уголок, то есть крепится к раме на болт с этой стороны. И вот здесь вот второй болт. Как бы на 4 болтах получается все закреплено здесь с этой стороны. То есть и уже непосредственно к уголку сюда вот снизу. Здесь сверлились отверстия в нем на 12. То есть я старался сделать максимально, как бы, чтобы она была работа пригодна. То есть
Во-первых, она сейчас ниже, поскольку балка задняя у меня раньше стояла другая здесь, и она более-менее подходила. Сейчас я ее опустил, в общем, пониже, вот так уголок вот этот вот, ну, практически, чтобы он равнялся вот оси колеса. Вот. К нему, значит, взяты наконечники вазовские. Ну, стандартно, как многие делают. Здесь вот брал гайки на 16. И немножко их, чем я, напильником распилил, обваривал, чтобы был некий такой конус. Вот это сделал. Значит, затем здесь взял 20-й вал. Вот, я уже показывал там некоторые. Вот, были у меня такие вот подшипники опорные с угла качения с предыдущей. Вернее, ну да, с пальца качения предыдущей балки. Я их поставил сюда, 20-й вал. Не знаю, он у меня был, откуда он. В общем, таким его приварил. Вот эти вот подъемные тяги. Здесь стандартные стоят растяжки с навески МТЗ. Взял серьги. Вот. Обрезал вот эти вот уши. Вот они стоят. Их обрезал, поставил вот такие вот скобы. Тоже с навески трактора МТЗ. Ну и, собственно говоря, получилась вот такая конструкция. Здесь вот стоят, еще должны стоять растяжки, пока не поставил. Но тут есть кое-некоторые нюансы. То есть растяжку, если делать кресть на перекресть, то надо ставить дополнительные цепи. Но плюс ко всему при повороте, вот у меня стоят они на болтах, при повороте правое колесо вот это вот упирается вот в этот болт. Поэтому придется, наверное, я уберу и поставлю вот сюда, вот просверлю отверстие, и будут они там у меня. И будет каждый идти на каждую, не кресть на перекресть, наверное, так думаю. Вот, здесь взят был уголок 50-й, четверка, наверное, с металлической с панцирной сетки. Вот такой вот уголок. Вот он был, вернее, из двух сварен один, там усилен пластиной. И вот такой вот уголочек был из 50-го уголка сварен. Здесь крючок, еще раз скажу, это для того, чтобы цепь надевать на грабли. Грабли еще не примерял, сами грабли будут крепиться вот сюда вот. Вот здесь такая навесочка была, я ее добавил. Просто здесь еще швеллер приварил. Но отверстий здесь нету, не знаю, если надо было, просверлю. Просто у меня сверла на 16 нету, а сверлить каким-то другим смысла я не вижу в этом. Ну и вот, как бы, наверное, основной принцип. Ну да, и центральный винт. Центральный винт — это растяжка с трактора Т-40. Снята была у нас в том году, мы ее убрали, потому что она полностью не раскручивается. Вот, ну тут она подходит. Вот, можно ее, наверное, еще ниже ее опустить. Вот тут три отверстия, стоит в среднем. Так. Ну, вроде все. Вроде все. Там талрепы у меня стоят 12-е. Ну, если будут маленькие, можно поставить 16-е. Изначально рычаг подъема вот сделал. Вот здесь я окарался немного, надо все-таки больше. Цепочка здесь стоит для того, чтобы вот работать с лебедкой. Цепочку надо укорачивать, это первое. Второе, здесь надо вот чуть-чуть сделать побольше. Тяжеловато поднимать лопату, а постоянно работать с лебедкой, если, например, где-то при этом, ну, мало ли, где-то приподнять, можно рукой это сделать, то есть ничего там фатального такого я не вижу. Как бы так вот сделал. Так. Ну, конечно, все это подгонялось, измерялось, переделывалось, переваривалось. Очень-то, так сказать, долго и шел процесс. У меня, наверное, занимался только по выходным, поэтому очень долго. Сейчас, я не знаю, общий вес навески, там, наверное, порядка килограммов 25, ну, в районе, может быть, 20. То есть на заднюю палочку сейчас дают ее, если учесть, что у меня трактор переднеприводный. Так, ну вот покажу сейчас. Вот стоит кнопка. Сегодня я переставил ее, опять же, вот буквально. Не знал, как делать. Изначально хотел ее ставить вот сюда, вот, под сиденье. Но тут не получалось. И потом вот принято было такое решение. Сюда вот ее поставил. На такой же уголок. Он вот крепится на болты, которые крепят вот эти вот уголки. Эти уголки сделаны для того, чтобы вытащить вот эти вот тяги подъемные вперед. Чтобы было легче им поднимать косилку. Косилку, говорю, навеску. Уже о косилке думаю. Вот так вот она сюда встала. Хорошо, здесь прикрепил блок. Здесь вот замотал провод, не стал его протягивать. Массу сделал. Ну, а плюсовой провод и, соответственно, на кнопку
сделал, значит, на ключ зажигания и на кнопку включения. Ну, вот так работает. Сейчас покажу. Как бы я уже показывал это, в принципе, смысл показывать. Вот. Сейчас, в принципе, аккумулятор разряжен, потому что долго работал без генератора. У меня сгорело вот это вот реле китайское. И я тогда уже принял решение, что я буду ставить тракторный генератор, и делать его не стал. Ну, работал, в общем, так. Аккумулятор стоял в тепле, а вот на тех выходных я его поставил, снимать не стал. Сегодня было минус 20. В общем, аккумулятор подсажен. И подсажен так прилично. Вот видите, поднимает тяжеловато. И вот здесь вот я стараюсь, потому что, ну, терет здесь. Это пока, я говорю, сделал временно. Не из той серии, что временно, то постоянно. Все здесь переделывается. Я говорю, есть тем более скоба. Не скоба, ну да, скоба таки важная. Вот даже с собой в кармане и навожу. Просто надо какой-то здесь сделать такую вот штучку, чтобы скобочка вот эта вот работала вот так вот. Вот все сделается это со временем. Возможно, даже завтра. Генератор поставил сюда. Вот не знаю, пока поставил сюда, но занял шкив. Вал отбора мощности. Не знаю, пока будет работать здесь, потому что от меня от вала работает косилка. Если не найду двойной шкив, не вытащу нигде, то, наверное, буду переносить его сюда вот. Вот он у меня работать вот, вот здесь вот стоит где, на крыльчатке кикстартера. Ставят газелевский какой-то там шкив. Не знаю даже от чего, просто в интернете видел, что ставят и люди делают. Вот, но в идеале мне бы хотелось просто бы здесь двухключейный шкив найти такой же. Либо выточить его и сделать. Ремень здесь стоит под профиль Б. Ну, у меня профиль А, потому что там стоит профиль А 56, по-моему. Ну, 560, вернее. Ремешок поставил и, в принципе, работает все. Вот. Тут просто провод один плюсовой кинул на масс, на амперметр. Ну, и как бы все работает. Сейчас в планах будет потеплее, если будет время. Но, думаю, дай бог будет время убрать вот эту вот. Хочу сделать все поближе ее. В общем, переделать как-то. Потому что, ну, реально она вот на месте, на нее, когда садишься, на место оператора, вот уровень моих глаз, руль закрывает полностью. Ни один прибор, ни этот датчик не виден. То есть ни давление масла, ни температура. То есть вот самые основные два датчика, их не видно. То есть тут зарядка и сила. Вернее, вольтметр. Это бог с ним. Вот. Так что такие дела. Так вот я и не понял, как вот ставится. Вот здесь, значит, выходит три клеммы. Понятно, что это вот переменка идет на тахометр. Тахометра у меня нет, но там еще надо как-то... Хотя место под него есть. Вот тахоспидометр стоял на детовской панели. Можно, в принципе, купить тахометр. Но это так. Он особо здесь не нужен. Вот, нету чего. А, вот стоит клемма с буквой D. Это идет на датчик, я так понимаю, идет на контрольную лампу. Вот кто, ребята, силен в этом деле, подскажите, пожалуйста, куда, чего и куда ее подцеплять. Это, я так понимаю, показывает зарядку. Ну, мои предположения так. Вот, когда загорается контрольная лампа. Установил стандартные уголки. Вот, сделал тоже такие же вот мощненькие. Я постарался. Молотами на 10. И здесь просто вот такая вот растяжка. Вот две гайки законтрагайл. С той, с другой стороны. Натяжка такая. Не знаю, в принципе, пока все работает. Как-то вот так вот, ребята, прям выехал сегодня первый раз. Просто прокатился до фермы. Это вообще никуда не выезжал уже давным-давно. Все занимался, навеска не поднималась. То есть максимум огребался. Сейчас подъехал, там толкнул. Так попробовал. Видите, хождения нету. Вот вправо-влево, потому что вот эти вот скобки вот оказались маленькие. Надо было пошире покупать. Еще плюс приварено немножко неровно. Ну, бог с ним. В принципе, я к чему говорю, что растяжки-то особо-то и некуда ставить. Не к чему. Ну, посмотрим. Так что как-то вот так, друзья. Значит, здесь вот на той неделе попытался уже сделать. Хотел делать уже здесь
крепление к панели приборов, но потом вспомнил, что у меня здесь выходит, идет на косилку. Вот сейчас на косилку тоже пытаюсь что-то приколхозить. Все-таки не нравится мне вот эти вот два ремень, которые под 90 жрет его очень сильно. Цены сейчас на ремни просто будут, наверное, космос просто. Они с каждым годом дорожали, а в этом году они вообще, наверное, будут. Цена заоблачная. Хочу сделать здесь угловой редуктор из второй твоей косилки Заря 1. Вот она сейчас два шкива только будет найти на него. И будет стоять угловой редуктор, чтобы ремень ходил так, и второй ремень так ходил. Так что как-то так. Вот такие планы, в общем, на будущее. Сейчас не знаю, надо уже начинать заниматься навесным оборудованием. То есть хочется сделать бункер здесь для удобрений на картофелесажалку. Сеялку надо будет подшаманить. Ну и возможно, раз такое сейчас пошла свистопляска, есть навеска. Две бараны надо будет сделать эксцеп, чтобы они, две бараны, были подъемные. Как бы планы. Планы большие, я не знаю, как их реализуются, они нет. Потому что сейчас пока погоды нет, возможно, там потом вот скоро наступит тепло, и надо будет уже выезжать, что называется, на огород. Ну, в любом случае, сейчас хотя бы пока настроил сам мини-трактор, то есть, который можно уже на него чего-то делать. Даже тот же снег вот начнет подтаивать, можно с дороги уже оттолкнуть, чтобы там каши, слякоти всякой не было. Ну все, ребят, на этом всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Всем удачи. До новых встреч.